Патефон выглядит как новый. Сразу и не скажешь, что он ровесник Великой Отечественной. Экспонаты отбирали основательно. Основная тема – Куйбышев – запасная столица. Музей открывает и проводит первую экскурсию председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. Его отец прошел через горнило войны. День Победы для Геннадия Котельникова всегда был и остается одним из самых важных праздников жизни. Все мы должны всегда помнить подвиги наших отцов, наших дедов, наших прадедов уже теперь, наверное. И рассказывать это надо и детям, и школьникам, всем надо рассказывать. Это люди, просто особые люди. Мы просто обязаны все знать и чувствовать. По словам Геннадия Котельникова, сейчас все активнее пытаются переписать историю Второй мировой, уменьшить роль нашей страны в войне, принизить и сделать ее незаметной. Именно поэтому в Конституцию предлагаются поправки, закрепляющие статус России как державы-победителя. В музее губернской думы каждый подлинник – это история людей, история предприятий, судьба каждого, судьба всего народа. Здесь документы действительно уникальные. Они нигде больше не встречаются, ни в одном Самарском музее. Ни в одном Московском музее. Это все только здесь. Потом здесь предоставлены такие материалы, которые объясняют все вот это вот нашу вот и эвакуацию, и задевает вот этот момент искусства, и пресса, которая здесь присутствовала. Сейчас здесь выставлено порядка 150 экспонатов. В будущем экспозиция будет обновляться и расширяться. Руслан Шарипов, Роман Опарин. Новости губернии.